специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат номер 18 для незрячих и слабовидящих детей в городе Кисловодске, 85 лет со дня образования. Школа-интернат в Кисловодске открылась в 1943 году, когда шла жестокая война, когда на фоне великой народной беды судьба слепых и ослепших, покалеченных войной, казалось малой каплей в чаше великого горя. Государство сочло возможным позаботиться о своих детях. Григорий Иванович Батырев – педагог, инвалид труда, первый и незабываемый директор школы, в чьи руки попали сохранившиеся списки учеников сгоревшей школы-интерната для слепых детей до войны, располагавшейся в городе Ставрополе. На попутных машинах он за свой счет объездил города-курорты в поисках места для школы. Таким помещением стал бывший Карачаевский детский дом по улице Донской, номер 5, в городе Кисловодске, который на тот момент был свободен. Школа на первых полах была малокомплектной. Многое из того, что необходимо для учебы, отсутствовало. Приборы для письма, бралевская бумага, учебники. Преподавание велось в основном устно. Учебные классы после занятий превращались сначала в столовые, а затем в спальни. Уроки начальных классов велись в комнате, где жил директор с семьей. В конце 1943 года школа была переведена в Бермамыт, в более просторное помещение. По окончании школы дети сначала получали только начальное образование, затем восьмилетнее, а с 1956 года – десятилетнее. 15 августа 1945 года состоялся первый выпуск учащихся 8 класса. Их было всего 10, и они продолжили учебу в Куйбышевской средней спецшколе. Одна из первых выпускниц школы, Анна Курбанова, получив высшее образование, вернулась в родную школу и проработала учителем истории 37 лет. В 1978 году школа-интернат расположилась в специально построенном типовом здании, рассчитанном на 150 мест. Много лет любимому делу воспитания детей с дефектами зрения посвятили незрячие учителя Масенко, Серженко и другие. Школа по праву гордится своими выпускниками разных лет. Пасечник – доктор технических наук. Иванов – кандидат физико-математических наук. Ярошенко – доктор юридических наук. Ашихмин – кандидат юридических наук. Гемодеев и Стрижнев – чемпионы мира по шахматам. Голиков, Хохулин, Абакаровы – музыканты. Труфан, Масенко, Рябов – известные учителя. В настоящее время школа-интернат уверенно смотрит в будущее, продолжая славные традиции. Это специальная коррекционная общеобразовательная организация, которая постоянно совершенствует содержание и структуру обучения, применяет здоровьесберегающие технологии, обеспечивает условия для интеллектуального, эстетического, социокультурного развития детей с проблемами зрения.